Нижнего Новгорода. Нижнему Новгороду через 105 дней исполняется 800 лет. Мы этого не знали, поэтому сейчас мы бродим по городу, где орудуют люди с лопатами, с валиками, с краской. Короче, тут проводится просто какое-то огромное количество работ. Лестница Чкалова закрыта, да, потому что она тоже в реконструкции. Поэтому надо, короче, приехать, когда все это закончится, чтобы посмотреть вообще, как они все это сделают. Я думаю, что город очень сильно преобразится. Стрелка нас не ждет. Заход, так сказать, на главную улицу. Главная туристическая улица Нижнего Новгорода, а-ля Арбат, Большая Покровская. Еще нижний – это прекрасный способ проверить вашу физическую подготовку, потому что здесь очень много подъемов, очень много лестниц. Нужно знать о конкуренции. Кофейня и Скуратов кофейня. И, по-моему, там еще одна кофейня. То есть подряд 4 кофейни. В городе очень большая набережная, и можно очень долго идти. Интересно даже, какая у нее протяженность. Вы не владеете этой информацией? Нет. В общем, она очень долгая, и можно идти, мне кажется, пару часов точно. Еще одна достопримечательность, которая находится на реконструкции в Нижнем Новгороде, это лестница Чкалова. Вы что, экстрасенс кофейный? Да. Ты что, устал отдохнуть? Иди. Я туда не пойду.